Уважаемые жители Щелковского муниципального района, приглашаем вас посетить праздничные мероприятия. 4 января в Щелковском районном культурном комплексе в 12 и в 15 часов пройдет новогоднее представление для детей «Три брата». В городском поселении Монино в культурно-досуговом центре «Дом офицеров» в 2 часа дня начнется благотворительная елка главы городского поселения Монино для детей с ограниченными возможностями здоровья фонда «Дети Феникса».